В регистрационно-экзаменационном отделе краевой ГИБДД привычный ажиотаж. По словам инспекторов, многие автолюбители еще не в курсе, что теперь для продажи железного коня вовсе не обязательно снимать машину с учета. Если покупатель уже найден, процедура существенно ускоряется. При продаже автомобиля внутри региона в документы требуется внести только изменения о собственнике средства. Даже номера можно оставить за машиной. Согласно указанного приказа, транспортное средство регистрируется за новыми собственниками, то есть за покупателями транспортных средств. При этом предоставляют, соответственно, документы, которые указаны в этом приказе. Предоставление транспортного средства прежним собственникам для снятия машины с учета не требуется. Все регистрационные действия будут совершаться на основании одного заявления. Существенно упрощается жизнь и у тех, кто переехал в другой регион. Автомобилисту для перерегистрации транспортного средства теперь не нужно возвращаться обратно. Достаточно прийти в подразделение ГИБДД по новому месту жительства. Сверять номер двигателя инспектора больше не будут. Это ускоряет постановку на учет, а также прохождение техосмотра тех машин, у которых номер двигателя съеден коррозией. При совершении регистрационных действий двигатель транспортного средства инспекторами, производящими осмотр транспортных средств, производиться не будет. В этом случае сличаются лишь номерные агрегаты номера ВИН, номера шасси, номера кузова. Данный документ со всеми нововведениями насчитывает 50 страниц. И эти изменения о процедуре регистрации автомобилей далеко не последние, утверждает ГИБДД. Это лишь промежуточный этап перед принятием специального закона о регистрации. В будущем, например, процедуру постановки на учет только что купленной автомашины можно будет провести прямо в салоне. Евгений Демиденко, Евгений Шиленко, Василий Дулепинский, телевизионная служба новостей.